Всем привет, с вами Фристайла, и это небольшое видео будет посвящено, опять же, Майнкрафту, Pocket Edition версии 0.6.0 Альфа. И это видео будет про некий баг этой игры, основанный на клонировании блоков. И на том, что игра не сразу сохраняет все ваши действия. Давайте я выберу мою собственную мой собственный survival где-то. Хотя нет, чтобы было все более наглядно, я расскажу вам про этот баг и покажу на нашем survival, который мы уже снимаем давно-давно снимаем. Итак, для начала, что нам потребуется? Нам потребуется, ну, допустим, вот у нас есть 5 блоков золотой руды. Что мы делаем? Мы где-нибудь встаем, желательно на ровной поверхности, и ставим блоки. Но ставим блоки не простым способом, а ставим блоки на бегу назад. То есть зажимаем вот так вот и ставим блоки. То есть сейчас я погромче сделаю. Так, вот. Вот так вот, смотрите. Ну так, раз, два, три, четыре. А, ну ладно, нет, давайте все-таки я сначала вот просто вам расскажу, в чем заключается смысл. Смысл заключается в том, что игра не успевает осознать, что вы сделали, какие блоки вы поставили. И но при этом она сохраняет блоки и в вашем инвентаре, и блоки, которые вы уже поставили. То есть получается, что клонируется в два раза. Так, после того, как вы поставили, сразу же нужно отсчитать примерно 10 секунд. И затем выйти из приложения и закрыть его, и перезайти. Вот таким вот образом. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выходим из приложения, дабл-клик, выходим и перезагружаем. Один минус этого бага в том, что он иногда не работает. Но, как вы видите, в данный момент он заработал. И, кстати, сохранился даже тот факел, который мы сохранили, который мы ставили. И также у нас осталось 5, уже 16. То есть в итоге у нас сейчас не 5 блоков золотой руды, а уже 10. Таким образом можно клонировать любой блок, абсолютно любой блок. И вот таким вот образом в этом и заключается весь баг. Собственно, на этом я закончу. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям про мой канал и про это видео. И всем удачи, до новых встреч, да. Всем пока.